Ну, всем привет, ребята, с вами, как всегда, Форт Бабл, и мы продолжаем играть в игру Реактор. Я узнал название, называется просто Реактор по-английскому. Ну, а мы будем продолжать зарабатывать бабки. Ну что ж, продолжим. Включаем мельницы, и нас, как всегда, осьминог отвлекает. Ой, господи, звук сильно противный. О, уже получше. А то так в ухо звенит. Так, ну что ж. Зарабатываем деньги. Как говорится. Ну ладно. Там вот кораблик Facebook куда-то улетел. Ну, ничего страшного. Ну, осьминог, не отвлекай меня. Ну, какие деревья? Я не буду их срубать. Господи, меня так бесит этот осьминог. Он меня тупо часто отвлекает. И это вообще невозможно так зарабатывать деньги. А, кстати, я вообще не знаю, какая польза от этих, ну, штук. Короче, что увеличить это? Продажи энергии. Так, стоп, я что ли продаю? 1К. А у меня 57К. Ну, ладно, что поделаешь. Давай-ка прокачаем. А вот эти базы я хочу посмотреть, для чего они. Маленький центр исследования. Ага, продают, автоматически продают. Не, я-то все понимаю, но мне это вообще нифигашеньки не нравится. И, кстати, бутылочки почему-то перестают работать. Это, наверное, из-за того, что мельницы нужно, чтобы они работали. О, мне подарок дали. И, кстати, а, ого, уже сколько? 18К. Сейчас посмотрим, что я могу там купить. Давай-ка эту батарею. Потому что интересная, солнечная такая. Она что же деньги? Что, простите? Что я сделал? Не так. Да ну что? Постройте генераторы. Я нифига не понимаю, как... Ага, 1К? Чё за... Не-не-не-не, этот убираем. Стоп, мне нужно открытое пространство. Я уже его почти все занял. А, нет, вот. Раз. Два. Три. Ну и как было на нашем совете, 4. А теперь солнечную батарею я могу поставить, простите? Во! Она мега долго зарабатывает. Вы видите? Генератор, эффективность. Ну нормально, а я пока что хочу мельницы, чтобы они работали. Осьминог уже достал меня отвлекать. Он мне отправил это сообщение, то, что типа любит. Ага, осьминог, это ты! Ни за что! Так что, прощай, осьминог. О, солнечная батарея уже все закончилась. Да ну какое срубить дерево? Господи. О, подарочек. Не сейчас. Так, ребята, вы ничего не видели. Ну все, продолжили. Зарабатываем денежки. Уху! Я вот не понимаю, как дальше сделать, чтобы оно автоматически зарабатывало. Вот мне очень интересно. Так, чуть-чуть потише звук. Найс. Кстати, ребят, у кого сейчас снег на улице, поставьте лайк или напишите в комментарии. У меня сейчас снег на улице. Поставьте лайк, если что. Потому что снег — это очень классно. Ой, слишком я заговорился и увидел то, что не работает. Не, блин, не туда нажал. Все, продолжаем. Зарабатывать бабки. Ну что ж, зарабатываем бабосики.
бабусики. Кстати, ребят, на канале вышел Мишка Фредди. Если вы хотите вторую часть, то залайкайте это видео. Если вы хотите, чтобы был Мишка Фредди 2, я выпустил видос про него, как Мишка Фредди будет во второй части, короче. Ну, если вы так сильно хотите, то поставьте лайк, короче. Оп-оп-оп. Ветряная мельница. Я узнал спустя 100 лет это название — ветряные мельницы. Так, опа, солнечная батарея уже все кря, как говорится. Возрождаем. А возле, мне интересно, можно поставить? Да! Смотрите, тут даже очень классно. Так. Блин, осьминог меня бесит. Просто так бесит меня этот осьминог. Я, понимаете, нажимаю на самую последнюю крайнюю мельницу, а он начинает меня тпхать, ну, мой экран к нему. Я такой и злюсь. Потому что раздражает, короче. Так, значит, мы эту мельницу сейчас должны снести. Короче, я не знаю, сейчас деньги заберем. О, нормально. Еще одну. Поставим солнечную панель. Пиу. Ну, давайте-ка. Ага. Нужно 60 минут, короче, ждать, пока срубят эти деревья. Не, я просто, понимаете, хочу поставить вот туда этот, ну, солнечную батарею, вспомнил. Я ветрия, короче, продолжим. Зарабатываем бабки. Ой. Так, оп. Подсказка нам высветилась, ребят. Нет. Ой, не туда. Ладно, продолжим. Ой. Так, вот разряжаются 2 солнечных батареи. Мы их возрождаем. Конечно же, обязательно. Уху! Продолжим. Прокачиваем. Давайте прокачаем-ка. Интересно. Все прокачали, даже так нормально. В смысле? Ребят, вы как всегда ничего не видели. Я вот все понимаю, но почему они... Нет, как так-то? Они разрушились. Генераторы. Ой, господи. Солнечная батарея. Ну за что? Ладно, продолжу. Без них пока что. Потому что я не знаю почему. Ладно, продолжим зарабатывать денежки. Кстати, я вот уже прокачал ветряные мельницы и потратил 50 с чем-то так. Ну, у меня там осталось 13. Так что вот так вот. Ну что ж, ребята, думаю, на этом мы завершим видео. Ну а всем хорошего дня. Короче, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. И динозаврик вам скажет респект. Да, динозаврик? Ну, он сказал, да, типа. Ну, короче, подорвать. Ну, давай. Ладно, ну что ж, ребята. Всем пока.